небезызвестная старушка жанра MMORPG Лотра, больше знакомая отечественным геймерам по названию «Властелин колец онлайн», продолжает свое поступательное развитие. Постепенно приближаясь к солидной дате в лице 15-летнего юбилея, который, к слову, должен отметиться большим количеством интересных анонсов, мы уже сейчас имеем в свободном доступе открытое письмо от нынешнего продюсера проекта Ранини. Речь в нем идет о ближайших изменениях, которые нагрянут в Лотро в 2022 году, о чем и предлагаю поговорить в сегодняшнем видео. Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы на канале Фантомания, и мы приступаем к обсуждению новостей, которые наверняка порадуют как уже знакомых с игрой ветеранов, так и новичков во вселенной профессора Толкина. Наиболее значимым изменением станет переход в свободный доступ огромного количества премиального контента, к числу которого относятся не только лишь все локации, начиная с самых низкоуровневых и заканчивая Роханскими равнинами, но и разблокировка большинства классов, таких как защитники, хранители рун или биорнинги, а также расы высших эльфов. Если прибавить к этому добавленный в последнем дополнении бесплатный премиум кошелек и слоты поддеяния, то мы получим настоящий рок изобилия, создающий важный фундамент для новичков, а также обездоленных в результате закрытия российских серверов. Здесь считаю необходимым дать небольшое пояснение к вышесказанному. Абсолютно все аккаунты, в том числе новосозданные, уже в конце апреля получат в подарок от разработчиков контент стоимостью в несколько десятков тысяч рублей. А значит, новички смогут внутриигровым путем зарабатывать валюту для покупки всего оставшегося контента, то, безусловно, поспособствует лучшему вовлечению для новоприбывших. Если при этом еще и вспомнить про планы разработчиков по обновлению графики и открытию русских серверов, а также скорый выход высокобюджетного сериала по вселенной Толкина, то мы имеем дело с потенциальным взрывным ростом онлайна в виртуальном Средиземье. В связи с чем, думаю, настал черед для более пристального внимания со стороны нашего канала к данной тематике. Если вас интересуют какие-то конкретные игровые аспекты, то обязательно задавайте свои вопросы, а я, в свою очередь, постараюсь осветить интересующие вас нюансы и дать максимально исчерпывающие ответы. На этом сегодняшний материал подходит к концу. Приглашаем вас в наш уютный Дискорд и прочие социальные сети. Благодарим за проявленный интерес и будем рады видеть вас снова. До новых встреч!